Всем доброго времени, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем играть в Mountain Blade 2 в Banderlord. И я недалеко отъехал от кассира, от Аякиса. Ну, вот оттуда я там здесь немного поехал в путешествие к Аскару и думал, ну, здесь немножко поторговать, чтобы уже одно и то же не снимать. И, ну, решил все-таки, что мы уже закончим это путешествие. Почему я здесь именно решил? Потому что увидел, что здесь в деревне у них есть лошади. И когда я зашел, я обалдел. Смотрите, у них вьючная за 60 монет. То есть мы ее, естественно, мы себе берем вьючную. Мулов можно, кстати, здесь тоже купить. Вот. И возьмем всех, наверное, вот этих 4 лошадей по 101. Вот. Для чего я это делаю? Для того, чтобы мы сейчас опять вернемся в тот город, в котором было все это очень дорого, и отдадим им. Я думаю, мы так поступим. Мы оставим себе вьючных 4. Возможно, мулов еще. Вот. И, ну, хотя и пустынные по 101, это очень дешево. Я даже не знаю, как правильно сделать, потому что, в принципе, пустынные лошади тоже очень прикольные. И, не знаю, может быть, мул. Ну, просто на этом можно сейчас неплохо заработать. При этом мы. С другой стороны, нам потом опять их покупать где-то надо будет искать. Прям жадность не знает. Как прям не знаю, как. Может быть, здесь еще в деревне где-то есть зерно. Здесь тоже зерно. Вот как-то это очень странно, да? Здесь зерно. Здесь. Что такое? Здесь ничего, да? Просто для красоты. А, ну вот как-то вот так. Видите, мы нашли деревушку, в которой просто эти кони и пони на прокат, они очень дешевые. Давайте, ладно, в Аскар-то заскочим. Вот что у нас со скоростью сейчас? 7. Кстати, скорость снизилась. Как ни странно. Да, но должна была, мне кажется, наоборот у нас увеличиться, потому что, ну, может быть, мулы нас замедлили, да? Стадо. Ну, то стадо какое-то, у нас 0,9, у нас вроде как не стадо должно быть. Давайте отправимся на арену, опять турнир, ну, как без этого. Я надеюсь, вам не доели турниры, потому что мне они абсолютно точно не доели, и здесь есть топор. Ну, не то чтобы я прям хотел топор, но не отказался бы, прямо скажем. Вот, потому что, в принципе, мне топоры нравятся. И я бы посмотрел, как он будет. Тем более мы в основном все удары делаем на замахе, поэтому, мне кажется, это было бы неплохо. Это никак прям здесь замахнуться не мог. Да дайте мне это ударить, что ж такое-то? Бестолковые какие-то. Ладно, одного завалили. Все по одному, кстати, у нас завалили, смотрите. А, присоединить. Дай. Ну, что-то там. Давайте своему помогаем. Как можем. И нифига, да, не получилось помочь. Хотя мы очень старались. Вы слышали, что он сказал? Умри, собака. Так, а у нас есть эти кидальные же штуки. Нам без разницы, кого кидать. Здесь все не нашинские. Да, все последнее, да? А. Ладно. Все мимо, главное, накидали. Двое красных, один. Ну, давай, убей его. Отлично, одного. Да елки-палки. Давай, ты попадай, ты елки-палки. Есть, нет, уже нету. Хотел сказать, что есть шанс, но мне кажется, уже нет. Я бы сейчас какой-нибудь меч бы взял. Один на один с мечом. Понятно. Тихо, тихо, тихо. Здесь я вообще не умею. Есть! Я не знаю, как это. Как я победил, но я победил. Я победил. Древковый плюс 1, 25. Но у меня, видимо, древковый там. Каким-то образом был прокачан немножко. Жесть, жесть. Как мне нравятся турниры, ребят. А мы еще с вами в бою ни разу не были. Ах ты!
Ах ты! Да ты что творишь-то? Крутой, согласен. Может быть, тебе меч, топор даже больше нужен, чем мне. Какой-то... Ну да, все. Ну, жалко, жалко. Ну, смотрите, ребятки такие, да, уже покруче. Ладно, там понятно, что мы вылетели. Уходим. Торговать. Мы вообще приехали торговать. И здесь вьючные, смотрите, не вьючных мы сразу покупаем. И этих тоже сейчас. Я надеюсь, что мы сможем это все продать. А Сирайская, помните, там какие-то цены были безумные на этих лошадей? У нас деньги-то вообще остались еще. Так. Главное не переборщить тоже. Главное тоже не переборщить, но в любом случае у нас из-за этого вместимость растет. 512 1200. А мы уже ничего не можем, подождите. Так, мы пустынную мы переборщили, у нас только денег нет. Вот за 772. А мы что-то продать им можем. Зерно здесь такое дешевое. Вы серьезно? По 6? Давайте зерна еще купим тогда. А у нас денег нет, да? Ну здесь очень дешевое зерно. Я думаю, что вот так даже мы купим зерно, мы лучше отдадим сейчас какую-нибудь. Мы сейчас сюда вернемся тогда. Здесь что еще у нас? Полотно, в принципе, дешевое. Но полотно у нас есть тоже. Ну как дешевое. Дороже, чем мы купили, но... Так. Одну лошадь сейчас вернем. Нет, давайте лучше зерно вернем. Если мы сюда будем возвращаться, то мы сейчас попробуем просто лошадей немножко продать. Вот. И если это такая у нас авантюра прокатит, то будет очень здорово. Если нет, то, конечно, мы с вами просто волосились. Ну, у нас будет много лошадей. В принципе, что такая скорость маленькая? 4,5. Разбойники. Так, нам надо в кассиру. И теперь надо смотреть, чтобы он ни на кого у нас тут не это... не налетел, потому что вот здесь было много разбойников. Так. Где у тебя скорость сейчас? 6,1. В любом случае, мы быстрее разбойников должны быть, но при этом... Ну, не подведите. Блин, ну, чуть-чуть дороже, да, чуть-чуть дороже. Мы 151, мы в любом случае покупали дешевле. А пустынных тоже мы дешевле, по-моему, покупали. Мы по 100 с чем-то их покупали, да? Да. Да. Приятные в любом случае цены. Да, но только они вот... Ну, нормально. Только не помню, вот пустынных за сколько мы покупали. Ну, по-моему, тоже за 100 с чем-то. Так. Вьючных мы не отдаем. Вьючных не отдаем. У нас 630. Но это маленькая вместимость. Я бы на самом деле еще... Я бы еще вьючных еще бы купил. Можно здесь потусоваться, может быть, их еще там наделают, я не знаю как. Нам надо будет купить еще зерна. Может, здесь тоже дешевое зерно? Может быть, здесь тоже дешевое зерно есть? Зерно нет, здесь 14, там дешевле намного. А вот, ну, окей, вы получаете 1958. Так-то неплохо, да? Я жду еще каких-то турниров. Ну, мне кажется, какая-то странная ситуация. Знаете, мы куда-нибудь заходим, везде турниры. Может быть, это связано с тем, что там, где мы не были, там проходит турнир. А куда мы вот... А где мы уже были, там турнир как бы уже все. Больше. Тихо. Вот видите, чуть мы с вами не налетели. Так как мы можем обойти вот с этой стороны, да, можем, в принципе, обойти в эту деревню, зайти. Там, в принципе, пошире, наверное, там даже поинтереснее будет. Какая у нас скорость теперь? 7,4, да. Мы вот продали осликов вьючных и стали немного побыстрее передвигаться. Вот здесь пройдем аккуратненько. Надо было брать все-таки араба, да? Торговец вот прям настоящий из нас получается. Так, по 81. Ну, я себе их возьму. Да, я себе возьму просто пару этих лошадей.
Вот, зерно здесь. Серьезно, по 5? Зерно я себе заберу. Ну, конечно, много там тоже не будем, но до 15, наверное, до 20 вот так сделаем. Ну, 232 заплатим за все вместе. А вместимость у нас уже хорошая. Мулов, ну вот и говорю, они нас немножко замедляют. Все-таки вьючные лошади намного-намного лучше. Будем искать дальше вьючных лошадей. Это очень классно. Ну, может быть, и здесь тоже. Ну, можно здесь подождать, конечно, какое-то время. Они опять появятся, и можно закупиться так нормально лошадьми. А давайте так и сделаем, наверное. Я сейчас, ребят, тогда на паузу жму, пару дней тут подожду, и, может быть, еще парочку лошадей купим, пока деньги есть, и дальше отправимся. Парочку дней прошло, опять появилось две вьючных лошади, мы с вами их забираем, у нас теперь мы можем перевозить 1000. Я бы на самом деле здесь надолго остался. Я бы, наверное, бы еще бы вьючных набрал там штук еще, ну, как минимум 2-3 бы я, 4-5, наверное, набрал бы. Потому что это очень классно. По такой цене мы больше нигде их, ну, не купим. Ну, наверное, потому что я больше нигде так дешево не видел. На пустынных, ну, можно пустынных еще взять тоже. Вот мулов уже 4 здесь. Можно, ну, я говорю, мулы нас немного замедляют. То есть, если у нас у наших лошадей вот скорость какая-то 3, 3, вьючная 34, да, то у мула скорость 31. У нас будет немножко замедлять. Вот. Можно пустынных купить день, перепродать их потом, 6 штук. Опять же, можно вот в тот город смотаться. Сейчас, опять же, пару дней пройдет, на обратном пути еще заберем пару вьючных. Здесь немножко подзаработаем таким образом, да? Ладно, давайте я тогда еще раз на паузу. Я сейчас, наверное, опять же, пустынных лошадей продам. И здесь еще пару вьючных возьму и дальше отправимся тогда. Так, я пока вот лошадей привез. У нас, оказывается, прокачалась торговля. Здесь нам можно выбрать, либо мы оценщик оружия, мы будем понимать, где дешевле, увеличивают выручки от продаж снаряжения на 5%. Но так как мы торгуем всем подряд, я думаю, что оптовик, сколько-сколько, да вы шутите, мне что, пойти в соседнюю лавку и продать это им, прибыль от продажи торговых товаров увеличивается на 5%. Я думаю, что мы вот это возьмем. Вот, мне кажется, это будет здорово. Так, да, вот это берем. Все, здорово, качаемся дальше. Уже торговля 26. А, и вот здесь. А, вот, появляется. Елки-палки, вот. А я тогда в прошлый раз не взял, что ли? Урон одноручным. Да, забираем урон одноручным. Я в прошлый раз тоже не забрал. Теперь я увидел, как появляется здесь значок. То есть, что мы можем прокачать. Это что такое? Свободные чего? Свободные. Тут свободные где-то. Но у нас уже вроде свободных-то нет, мы. Для увеличения своих атрибутов получить очко атрибут за каждые 4 уровня. Не очень понимаю. А, это сюда, да, наверное, мы можем одно распределить, но я пока не знаю куда. Ну, в общем, если что, пишите. Вот, пока не знаю, куда нам ложиться. А, вот еще. Ага, я просто не заметил, да, значок. Вот он, оказывается, закаленный. Ну, а мы тут, у нас выбора-то особого нет, да? В ваших жилах течет кровь воина, запас здоровья увеличен на 3%. Ну, вот мы как раз думали взять или не взять, да? Отлично. Вот оно и идет. Это круто. Ну, все, вроде все распределили, да? Или еще что-то у нас где-то есть, потому что вот этот значок опять висит. Возможно, что это еще где-то что-то, чего я опять не вижу. И, ну, вроде у нас, по идее, больше ничего не должно было. Про. Так, здесь мы выбрали, здесь мы выбрали, здесь мы выбрали. Ну, в общем, все. Заработал я здесь немножко денег. Вот, 1000. Ну, в общем, там копейки, конечно, за 100 чем-то. За 100 чем-то монет я, можно сказать, проскакал, но меня больше другое интересует, то что я просто пока скачу, время идет, и сейчас еще пару мулов возьму, и мы с вами продолжим. Ну что, доехал я все до города, наконец-то взял еще здесь двух вьючных лошадей, здесь еще дешевле оказались, чем в деревне. Ну, в общем, здесь цены интересные, здесь можно, в принципе, вот покупать лошадей и гонять вот в соседний, помните, там город, ну, такой вот первоначальный капитал прям за секунду заработать, но
нам же это не интересно. И благодаря тому, что мы в торговлю вкачали, смотрите, у нас появились какие-то цвета, правда, я пока не очень понимаю, как они работают, видимо, за 36 это означает, что здесь продавать не стоит. Но жалко, что вот здесь никак они не помечаются, то есть по-прежнему мы здесь понять не можем. Пиво за 24, я помню, что мы где-то с вами видели намного-намного дороже, 60, по-моему, да, можно попробовать пиво набрать. Сейчас мы посмотрим, какие здесь еще цены достаточно дешевые. За 90 масло, мне кажется, это дорого. Я просто не помню, сколько оно стоит, но мне кажется, все равно. Полотно за 45. Мы его дешевле, по-моему, покупали за 30 с чем-то. Соль дорогая. Шерсть не помню. Шерсть, по-моему, не очень дорогая, но и не самая дешевая. Шкуры вообще не помню. Инструменты ну, около 100, они там 100 с чем-то продаются. Гончарные вообще не помню. Хлопок не помню, мех не помню, в общем, ничего не помню. В кассире можно за 250 серебро продать. Ну, такое. Вот, кстати, ювелирные изделия. Помните, она нам впаривала за 400 с чем-то монет, а они стоят 200. Представляете? Ну, так. Могли с вами попасть. Ну, наверное, может быть, там какое-то развитие сюжета было бы. Давайте, ладно, пиво попробуем. По 24 покупаем. По 25, до 30, короче, вот сейчас, сколько у нас влезет, наберем. По 28, максимальная цена 28, запоминаем пиво за 28. Деньги есть на все это, и теперь вместимость нам тоже позволяет. Все, погнали то дальше. Здесь у нас, по-моему, мы уже, да, на арене мы с вами поучаствовали, здесь мы, по-моему, проиграли с вами. Нам нужен следующий город. Мы уже заканчиваем, кстати говоря, уже тут городов-то не осталось. Едем в ближайший Саналу теперь. Потихонечку передвигаемся. Так, Саналу. Ну, таким образом мы и с вами и карту изучим, да, как здесь поскакать, наверное. По ущелью опасно. Вот эти мерзкие всякие бандиты, мародеры и так далее. Какая у нас скорость? 5-0. Ну, это ночь, здесь еще штрафы за ночь, да, но надо потихонечку нам отрядик хотя бы набрать, может быть, действительно человек 20, ну, просто я так не хочу им платить, так кормить, это нам нужно, я бы, наверное, хотел или на караван какой-то скопить, или даже, может быть, на какое-то свое предприятие, и потом уже нанимать отряд, а там какой-то значок стоял, там, что, не турнир ли проводится, пивовар, так. Мы тогда сначала с вами отправимся на арену, да, турнир. Вот какие-то такие значки, это означают турнир, да, присоединиться к турниру. Можно ставить на себя, но я пока, ребят, ну, пока не уверен в себе, поэтому опять же топорик. А чё все на меня-то бегут? Не, ну, да. Не, ну, не. Будем тогда, да, вот так сейчас сделаем. Давай. Отлично. Спасибо. Да. Я тебя понимаю. Все понимаю, женщина. Тяжело. Сейчас тяжело всем. Ух ты, как я промахнулся-то. Очень неудачно. Ах ты ж. У нас вроде меч же мы поставили. Одноручная плюс 4%. Что же мы так убиваем-то тяжело? Фу, ну хорошо. Тренировочка, это хорошо. Пропускаем. Присоединяемся. Мне нравится. Мечи, щиты, это круто. Мне даже не столько лошадь. Вот если бы можно было какой-то вот у северян, по-моему, да, или у кого-нибудь там. А, нет, а у. В общем. Так. Юнец. Сирийский юнец. Ну куда ж ты полез? Тут дядя уже. Дядя. Вот. Интересно, есть здесь время какое-то? Ну, в смысле, жизни, а то, может, мы умрем и. Слушайте, ну пока все шикарно. Пока мечи, щиты, это прям вообще обалдеть. То, что я люблю. Ну, главное, чтобы там не попался, как в прошлый раз, тут непробиваемый. Теперь я. Вот. Начал даун. Все, отлично. Так.
Ну, последний раунд. У нас есть все шансы. У нас есть все шансы получить этот топор. Ах ты. Замахивается, вы видели? Видели, замахивался, но не бил. У тебя что, интеллект? Интеллект? Дружище, давай как-нибудь в следующий раз. А, так, трик известности и топор двуручный. Это, кстати, двуручник. У нас с вами двуручников не было до этого. Ну, я навряд ли им буду пользоваться. Это как бы маловероятно. Маловероятно. Так, здесь смотрите сразу, кстати, лошади сколько стоят. Опять же, вот как бизнес, в этот город тоже можно возить. А сирайские вообще 810, а мы их, по-моему, по 500 видели. То есть вообще можно неплохо так подзаработать. И здесь можно продать полотно, кстати говоря, по 55. Ну, по-моему, тоже не прям не шикарная цена, но можно. Что мы будем с собой возить, да? Посмотрим. Вот уже за 50 не так, ну, в общем, нормально. За 428, чтобы его с собой не таскать. В принципе, мы прибыль получили с этого, и хорошо. Пиво здесь тоже дешевое. Вот, можно докупиться даже. Или финиками докупиться. Тоже недорогие финики. Наверное, так и сделаем сейчас финики. Оливки дороговато. А, масло 62. Вот масло 62, по-моему, тоже недорого. По-моему, мы за 100 с чем-то видели его тоже где-то. Глина. Глина, по-моему, еще дешевле видели. Тоже полотно. Поэтому мы... Гончарка, шкуры. Вот не помню, шкуры, железо. Вот это, конечно, интересная тема. Руды, кстати, очень хорошо могут продаваться. Ювелирные изделия. Давайте финиками закупимся. Финиками закупимся. Сейчас тоже по полной. Пока они по 23, 24, 25, 26. По 26, короче. А, у меня денег столько нет, да? Что же вы так? Молчите-то. У нас так денег нет. По 25. По 25 мы покупаем на 640. Окей. Я согласен. Я не посмотрел единственное лошади. А, лошадей посмотрел. Обманываю. Нам щит, кстати, нужен был бы. Было бы неплохо. И мы можем себе уже позволить и щит, и какую-то другую броньку. В принципе, у нас деньги-то есть. Лошади, смотрите. Мы здесь можем продать по 189 вьючных лошадей. Мы их покупали, напомню вам, по, ну, что-то в районе 70, да, то есть вот 100 с каждой лошади, представляете, это у нас 14 лошадей, это 1400, вот здесь мы можем минимум сейчас заработать, минимум 1400, то есть вот такое прям стадо лошадей прям продать, просто на лошадях. Кстати говоря, топор двуручник, я не знаю, будем ли мы им пользоваться, можем кому-нибудь выдать его, конечно. Длина 95, а у нас у этого меча, вот этот меч вообще мне очень нравится, потому что он очень длинный. Мы можем продать, кстати, вот это и булаву, и купить себе какой-нибудь крутой щит, кстати говоря. Ранг 4, ранг 3, усиленный, большой, только не написано, можно ли его использовать на лошади. Как бы здесь раньше вроде бы в старых частях было написано, возможно или нет. Ну, каплевидный щит. Большой щит. Я бы вот такой, может быть, даже купил бы себе. Можем вот эти две оружейки продать и купить себе большой щит. Ну, я все-таки надеюсь, что мы на каком-нибудь турнире все-таки получим щит. 500. Ну, это вообще, представляете, 500 здоровья. Вот там будут долбить и долбить и долбить. В общем, ладно. Ладно, что мы тут? Все, мы тут все закупились. Погнали дальше. Погнали дальше. Выиграли турнирчик очередной. Очень приятненько, конечно. Замок. Вот в замках мы ничего продавать не можем, к сожалению. Это не очень продумано. Могли бы сделать, что в замках хотя бы покупают продовольствие, да, потому что это странно. Кстати, а что здесь у нас? Это... А, я не вижу, подождите. А, это замок. Почему такой маленький-то? Здесь что у нас производят? Здесь финики производят. Надо смотреть в деревеньках, потому что здесь лен. Кстати, лен можно, наверное, по дешевке купить. Давайте заскочим. С места... А, у нас денег, по-моему, нет.
У нас, по-моему, денег нет. Да, лен, смотрите, вообще копеечный за 13. Но здесь финики можно, кстати, сразу продать. Ну, мы их за 25, что ли, покупали, да? Зерно. Не, зерно мы продавать не будем, но финики можем. Кстати, давайте фиников немного им разгрузим. Почему бы нет? Пока еще зеленая. Слушайте, ну мы, по-моему, вообще вот не отъезжая сейчас. Сейчас все и продадим. Ну, наверное, дальше там можно было бы еще дороже продать. Но я жадничать особо не хочу. Потому что... А, у них денег нет. Да? Смотрите, я дальше отпускаю, а ничего не происходит, да. Нет, тогда мы не будем вам продавать ничего. Может быть, я, кстати, так несколько раз уже делал. Да, вот у них всего 1000. Я мог так, кстати, несколько раз уже сделать, и я даже этого не замечал. Ну, ладно. Ну, раз здесь финики так нормально покупают, возможно, что дальше их еще будут лучше покупать. Посмотрим. Оп, сейчас посмотрим, что здесь. Здесь рыба продают, здесь оливки. Ну, тоже, видимо, здесь можно по дешевке что-то такое накупить. Так, на арену нет здесь ничего. Торговля. Я даже чуть-чуть рад. Потому что уже начинаю уставать немного от турниров. Но это классно, это интересно. Здесь, да, финики еще подороже чуть-чуть. Ну, правда, не намного, но все-таки 4 единицы. Зерно мы продавать не будем, пиво здесь продавать не будем. Посмотрим, что у них можно купить. Если мы финики им продадим, может быть, здесь тоже что-то есть очень дешевое. Рыба есть очень дешевая. Можно ее в 2 раза дороже в Аскаре продать. Вот, может быть, еще что-то. Пиво 31, но мы, по-моему, еще дешевле его покупали. Ну, мы его по 60 там где-то, по-моему, сможем продать, поэтому... Полотно. Полотно по 40. Полотно по 40, ну, в 2 раза дороже мы его точно не сможем продать. Инструменты. Инструменты, кстати говоря, по-моему, где-то у нас были дороже в 2 раза, по-моему. По железной руде не помню. Вот по этим вот вещам вообще не помню. Хоть записывай себе. Еще лучше бы у нас какая-то вот торговля как-нибудь бы так прокачалась. Я думаю, что я рискну с инструментами, наверное. Я сейчас, наверное, продам все финики. Все равно, да, то есть как по 44. Но мы это не будем прям вот до 35. Я просто не помню, за сколько мы их покупали. Давайте вам до 35, чтобы цена упала. Вот так продадим. И сколько у нас денег-то? 59. Все-таки я хочу с инструментами. Почему-то мне кажется, что мы их сможем продать. И намного интереснее. Кажется. Но мы много купить и не сможем, да? Ну, так, давайте десяточку купим. А, не можем, да? Не хватает денег. Вот так можем купить, абсолютно останемся без денег, но при этом по 78 инструментов, мне кажется, это должно быть интересно. Плюс у нас финики еще, в принципе, есть. Финики. Так, погнали дальше. Нам же осталось тут, вот все, мы уже выходим. Сейчас в Артизию и, в принципе, вот они. Картас. Я что-то запутался. О, я что-то потерял. А, во-во-во, Джалмарис, вот они. Зионика, вот они наши, где мы там обычно гуляем. Мы сейчас туда и пойдем. Мы сейчас туда и вернемся и попробуем там все это попродавать. И посмотрим за это путешествие окончательную сумму, сколько мы получили. Аккуратно, здесь перешейк такой вот опасный. Здесь патрули везде, это хорошо. Так, ближайший город Артизия. Летим в Артизию. Патрули какие-то огроменные просто ходят. Так, направиться на арену. Турнира нет. Торговля. Кстати говоря, вот эти ваши тоже неплохие.
вьючные 128. Видите, да, разницу? За сколько мы их покупали там и сколько они реально стоят. И здесь мы можем, в принципе, все продать. Финики, представляете? Финики, то есть пиво мы покупали по 30, финики за, ну, грубо говоря, тоже за 30-ку. И зря мы там часть продали, потому что мы могли сейчас тоже неплохо навариться. А вот зерном продавать не будем, но уже здесь мы можем уже все это дело продать. Хотя я думаю, что если мы пойдем дальше, мы еще там еще сможем больше продать. Ну ладно, не будем жадничать. Финики. В любом случае мы уже неплохо наваримся. И пиво, наверное, можем тут же. Ну нет, ну за 40 я продавать, конечно, не хочу. За 60 еще, ну 50, ладно. За 56 еще ладно. Так. А лошадей, естественно, мы продавать тоже не будем. Хотя он пишет, что, ну, 102 это потому, что мы купили дешевле, да, он пишет, что если мы даже продадим здесь за 102, мы неплохо наваримся. Давайте смотреть, что мы здесь у них можем купить. Это мы сейчас мы им продадим. А, может быть, здесь что-то такое будет тоже очень привлекательное по цене. Оп. Было. Соль, ну, соль за 30-ку такое. Это вот надо соль брать туда, вот опять на юг. Инструменты за 79 дороговато, мы, по-моему, с вами чуть подешевле взяли. Шкуры 90, мех 114, не помню. А бархат. Боже, ну, в общем, я не вижу, что здесь можно купить, вот честно. Ладно, тогда продаем. У нас еще что-то. Торговля на 3. 32. Так. У нас, в принципе, даже продавать ТАСС уже практически нечего. Давайте в Джалмарис смотаемся теперь. Нам можно уже куда-то сюда уходить. Ну, сейчас мы сейчас вернемся, в общем. Мы как-то здесь прокатимся. И торговли мы, наверное, закончим на этом. Хочу посмотреть, сколько мы с вами получим. И тогда, может быть, я за кадром еще... Уже покатаюсь, такой же вот кружочек совершу. Так, ладно, это мы с вами потом поучаствуем. Да, пиво мы здесь за 70 продаем. Ну, вот не за 70, да, сколько там? Вот до полтинничка, ладно. Нет, по 55, вот, но жадность мне не даст покоя. Хотя мы можем, в принципе, даже все продать и... Ну, видите, да, в любом случае мы уже в очень хорошем плюсе. А, но пиво мы с вами, я думаю, что по 60-то можем продавать. Давайте вот по 60 потихонечку, наверное, будем его вот так развезем потихонечку. И сейчас вот в эти города, я думаю, что нас его разберут по 60. Будет нормально. Купили мы его явно дешево. Так, я на самом деле надеялся, что в Джалмарисе будет приятная цена на... А, на инструменты. Ладно, сейчас я на паузу нажму, в турнире поучаствую, чтобы вам опять это не смотреть. Так, ну, в общем, проиграл я, естественно, в турнире. Прям сразу в первом раунде вылетел, прилетело мне копье. Ну, или не копье, там что-то в лицо. И все, и на этом все закончилось. Здесь что у нас? Здесь нет турнира, потому что он в соседнем городе, да, наверное. Наверное, может быть, не поэтому. Надо было забежать в деревню, там вот эти, кстати... Вот пиво опять мы допродаем. Сейчас чуть-чуть еще. 55 не дешевле. Инструменты уже 81, да, уже. Ну, то есть мы можем их продавать. Но мне кажется, что я еще. Мне почему-то кажется, что я дороже их мог продать. Не хотелось бы, конечно, с ними кататься. Тоже, давайте, ладно, там парочку. Вот 8, до 80 продадим. Еще 1000 еще зарабатываем. То есть 3700 у нас уже. У нас еще есть товары. Так, давайте. Ну, вот, да, давайте до пороса, ладно, да. Скачем мы там уже закончим, наверное. Торговлей. То есть такой круг мы совершили. Начинали мы с вами, напомню, с 1000, которое нам досталось, скажем, по наследству. И вот за много-много серий. Вот так путешествуя мы. Тоже нет. Так, и вот мы с вами немножко заработали. Тут у нас вьючных лошадей нет нигде. Хотел посмотреть,
Да, ну 97, то, ну тоже еще можно дороже продать. Я прям уверен, что можно дороже продать. Но хорошо, ладно, дадим. А зеленая цена, вот, ну все отдали, да? А, пиво, ну даже жалко. Ну давайте, ладно, до полтинничка. Я вот уверен, что пиво можно еще дешевле, еще дороже, в смысле, продать. Здесь я уже даже не смотрю сейчас ничего, потому что... Гончарка 58. По-моему, ее там до за 100 чем-то видели, да? Ну, то есть как-то так. Ладно, продаем. Ну и на этом мы с вами, ребят, закончим. 4900 у нас по деньгам. Я, наверное, еще побегаю вот так поторгую. И в следующий раз, может быть, какую-то заработаю такую хорошую сумму, с которой мы с вами начнем что-нибудь уже делать. И, может быть, пойдем в Северное Королевство, как я и говорил, может быть, вступим в войска. В общем, вы пишите даже, в принципе, ваши пожелания, ваши комментарии. И всем спасибо, и всем пока-пока.